В атомной энергетике я уже 22 года, с 97 года. Вот, и весь мой путь в атомной энергетике связан с Нововоронежской АЭС. Вы один из авторов глобального проекта по уникальной модернизации с повторным продлением срока эксплуатации энергоблока номер 4. Расскажите, пожалуйста, о вашей роли в этом проекте. Я, наверное, больше реализовывал этот проект, вот, потому что идеологи, они были до меня, и концепция была заложена до меня, а мы ее, наверное, уже дорабатывали, расширяли и внедрили непосредственно на АЭС. Это уникальный проект. Во-первых, это было первое повторное продление энергоблока на территории Российской Федерации. Вот. И уникальность его заключается в том, что фактически из двух блоков мы сделали один блок. Третий энергоблок в 2016 году был остановлен окончательно для подготовки к выводу из эксплуатации. И он явился блоком-донором для четвертого энергоблока. Мы использовали систему безопасности для повышения надежности и безопасности энергоблока номер 4. И теперь мы сформировали 4 канала безопасности на четвертом энергоблоке. Два энергоблока, 6 и 7, сейчас это абсолютно новые проекты, проекты поколения 3+, которые оснащены самыми современными системами безопасности. Вот. И вдобавок к этому реакторы и проекты энергоблоков с реакторами ВВР, они обладают свойствами внутренней самозащищенности, поэтому каких-либо инцидентов или аварий нам не грозит. Тем более персонал очень квалифицированный, персонал имеет огромный опыт, поэтому и на персонал тоже большая надежда, помимо оборудования. Пожелать развития в дальнейшем нашему предприятию, нашему городу. Сохранить тот оптимизм, который есть сейчас, который появился у нас после 6-7 энергоблоков. От профессиональных успехов и безопасной работы.